Как вы думаете, с какого уровня мы начинаем повторять Хари Кришна Махамантру? С намапарат или с намабаз? Вот видите, как удивительно. Какая удивительная милость. Мы постепенно подходим к намапаратхи, когда прогрессируем. А сначала мы получаем просто милость. Мы более-менее неосознанно это делаем, еще не обладая какими-то знаниями. Это тень святого имени. Дает удивительный вкус, энтузиазм. И мы знаем, эти первые годы сознание Кришны наполнено таким особым вкусом, новизной. Ну и позже мы начинаем различать в обществе вайшнавов разные качества, критиковать их. Начинаем совершать оскорбления. Это позже приходит. И с этим уменьшается вкус. И мы спрашиваем, а почему раньше был такой вкус в начале? Говорит, это была милость, а теперь мы отрабатываем ее. Теперь мы получаем реакции за наши ошибки и учимся на этих вещах. Как же не совершать оскорбления? Как же быть с умом, с языком? Оказывается, мне нужно их контролировать самому. Я должен справиться с этим. Справлюсь ли я с этим? Как быть? К кому обратиться? К святому имени. Повторяй, зови Кришну. Кришна укротит твои чувства. Святое имя, на языке, когда танцуют, все чувства подчиняются ему. Это бесконечное количество нектара, говорится. Кришна — это нектар. Два слога. Кришна. И говорит, не знаю, сколько нектара Рупа Госвами говорит. Миллионы языков и глаз не умещают. Нужно больше, чем миллионы глаз и ушей, чтобы воспринимать нектар Хари Кришна. И постепенно, когда мы совершаем усилия, это уже как таковой намабхас. Шрада намабхас. Есть ашрада намабхас и шрада намабхас. Вначале мы повторяем намабхас ашрада, без веры особой. И просто получаем милость, поскольку веры нет еще твердой. Поэтому мы совершаем оскорбление. Но когда совершаем усилия при воспевании, осознанные, внимательно воспевать, избегать оскорбления 10, с верой шрада намабхас, мы продвигаемся к према-бхакти таким образом. Ашрада ведет к майваде, к персонализму. Шрада намабхас ведет к Кришне. Шрада намабхас – это осознанное воспевание. Называется с размышлением, с контролем ума. Когда я пытаюсь сконтролировать свои чувства и ум, прошу Кришну, Кришна, помоги мне. Кришна, займи мои чувства служением тебе. Внутренняя энергия, энергия радости. Я твой слуга. Вот все, что я хочу служить тебе. И вот с этим настроением продвигаемся уже к чистому воспеванию. Итак, есть два вида намабхас. Шрада намабхас, ашрада намабхас. И твердая вера – это уже успех. Если мы достигли твердой веры при воспевании святого имени, что Кришна находится в святом имени, если мы обладаем твердой верой, это полный успех, можно сказать, духовной жизни. Это очень повезло кому-то, что он достиг такого уровня. Ништха.